Переводчик Гая Ричи уже на Бусти. Также там «Ковбои против пришельцев». Когда все киноманы уже забыли о некогда крутом актере Николасе Кейджи, который профукал свою карьеру из-за пристрастия покупать дорогую недвижку и личные зоопарки, он неожиданно для всех, как простатит в 20, воскрес с начала в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта», который при бюджете в 20 миллионов собрал 30 и получил довольно хорошие оценки от зрителей, а следом в недешевом фильме «Рэнфилд», где бюджет уже 65 миллионов, и гениальный маркетинговый план позвать фильм уже забытого даже динозаврами актера приносит успех в виде огромного кассового провала. А все благодаря тому, что в данной вселенной обитает самый чмошный Дракула за всю историю вампиров, который, являясь бессмертным и сверхсильным существом, вместо того, чтобы создать свою армию вампиров для империалистического захвата мира, как это делают все нормальные вампирские боссы, живет в режиме пенсионера, создал себе лишь одного слугу-полукровку Рэнфилда, которому для супервампирской силы нужно хавать насекомых. И вот как-то в начале 20 века Дракулу прямо до дома выслеживают местные братья Винчестеры, куда спокойно врываются. Ведь мать его Дракула не удосужился забабахать себе вампирскую охрану. И самый опасный в мире вампир попадает в магическую ловушку, ведь страдает близорукостью и не видит, что на полу насыпали кругом соль. И отправился бы он сейчас на страницы истории, если бы не его верный пес Рэнфилд, который тапком нарушает целостность круга. И Дракула мигом превращает священника в смузи, после чего упырь со сверхскоростью не успевает замочить последнего охотника и попадает на солнечный свет. Ведь в доме Дракулы зачем-то в принципе есть окна, кое-как прикрытые шторками, а не закрашенные наглухо. Но последний охотник все равно идет на шашлык, в который, правда, превратился и сам Дракула. Хозяин, вы в порядке? Нет. И вместо того, чтобы учиться на ошибках и создать себе войско вампирских солдат, обгоревший Дракула стал каждый год менять дислокацию и жить в заброшках, чтобы его не нашли охотники. И вот, дожив полутрупом до 2023 года, самое сильное существо на планете продолжает бомжевать в заброшенной больнице, пока Рэнфилд добывает ему хавчик. И он реально живет даже хуже бомжа. Нет ни света, ни кабельного, ни интернета, когда мог заставить Рэнфилда грабануть парочку богатых людей и купить ему домик со всеми удобствами. Плюс постоянно отчитывает Рэнфилда за то, что тот приносит ему людей с пересоленной кровью. Знаешь, Рэнфилд, я ведь многого не требую. Всего-то кровь нескольких десятков невинных людей. Мне нужны счастливые пары, ничего не подозревающие туристы. Сам же Дракула, пока ждет от Рэнфилда правильных людей, стал присматриваться к модуль-банку. Первому банку для предпринимателей. Ведь когда вы запускаете свой интернет-магазин, онлайн-курсы или продаете товары в соцсетях и хотите принимать оплату онлайн, то чтобы не нарушать закон, вам нужно подключить интернет-эквайринг и кассу, чтобы пробивать чеки. Обычно это дорого и сложно, только сами облачные кассы от банков стоят от 30 тысяч рублей в год. Первый банк для предпринимателей Модуль Банк решил эту проблему и запустил облачные чеки. Продукт, который объединяет интернет-эквайринг и кассу. Теперь не нужно арендовать или покупать кассу, платить ежемесячную абонентскую плату и мучиться с подключением. Просто подключаете облачные чеки от Модуль Банка за один день и принимаете оплату онлайн по фиксированной ставке, как за обычный интернет-эквайринг. К тому же Модуль Банк это полностью частный банк, который не попал ни под какие санкции и почти еженедельно выпускает новые альтернативные валюты стран СНГ и не только. Можно как работать с контрагентами в этих валютах, так и без проблем переводить прибыль на личные счета в этих странах. Так что переходите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии и подключайте удобную фичу от надежного банка. Естественно, работать на злобного полуживого пердуна, из-под которого постоянно нужно менять утку, и за любой косяк собирать с пола свои кишки, Рэнфилду надоело. Его кровь может исцелять раны. И никаких тебе дополнительных плат. И он стал ходить в клуб анонимных лузеров. И на одной из таких встреч слушает историю фанатки Бузовой, которой не нравится, что ее парень не танцует под мало половин. Я знаю, это далеко не самая плохая черта, но он еще очень любит ска. Жанр музыки? Да. И Рэнфилд, нет бы схватить любую деваху на улице и тащить к Дракуле, решил на какой-то хрен взять именно парня этой бабы, чтобы Дракула снова показал ему длину его кишков, так как по райдеру у него лишь монашки и молодые гимнастки, а не 40-летние потные наркоторговцы. Кто бы с группой поддержки мигом бы восстановил мои силы? Вы про девушек-чирлидерш? И выследив по сценарному радару склад хейтера Бузовой, где тот торгует для звезд эстрады белым нацваем, Рэнфилд начинает усыплять всех по фильму «Операция И». Правда, выбрал время, когда именно сейчас их пришел грохнуть Эдвард, сынок наркобаронессы города, и прислал к ним наемника, фаната KFC и фильма «Отчаянный», с которым Рэнфилд после приема протеинового жука-коктейля играет башкой в волейбол.
Ох, ни хера себе! И собрав всех мужиков на складе, притаскивает их к Дракуле, отчего снова собирает с пола свои кишки за некачественный хавчик. И только после этого перестает страдать фигней и идет охотиться в бар на черт-лидерш. Но всю охоту обламывает полицейский Ребекка, которая давно охотится за отморозком Тедвардом, которого даже прошлой ночью задержала с кучей кокаина. Но он вышел из полицейского участка быстрее, чем она об этом написала отчет. Прошу прощения, ребята, угадайте что? Вы идете на... Тебя и тебя. Еще и в клуб приезжает сам Эдвард, чтобы грохнуть Ребекку. И пока Ребекка играла с Тедом слабо... Пристрели меня. Что? Что слышал, мудила? Ренфилд вдруг решает спалить свою вампирскую конспирацию, апает мухой хитпоинт с маной и начинает понижать уровень преступности в городе очень креативными способами. И везет безоружному Ренфилду, что первая половина бандосов не умеет стрелять, а второй привычно действовать по методике Джона Уика. Справлюсь руками. Еще и рядовых ботов крошит фарш, а самого главного, от кого могут быть большие проблемы, лишь пощекотал вилкой в горло, и он спокойно сваливает. Ну а после того, как Ренфилд вместе с Ребеккой превратили бар в кухню сатаны, он вместо того, чтобы свалить, остался калякать с ней, когда за такое ему по-любому светит несколько пожизненных сроков. Но благодаря вампирской ауре удачи, Ребекка потеряла память, и после респекта за крутую драку... Мне не померещилось, вы правда отрезали парню руки декоративным блюдом? Да, это все адреналин. Вы спасли мне жизнь. Всем нам. Отпускает пацана, так как вылетело из башки, что он свидетель и должен давать показания. И абсурд в том, что всех посетителей задержали, а того, кто мочил людей, нет. Когда по его поводу вообще должно было начаться полицейское расследование за массовое убийство. Ну а Дракула спустя 100 лет после изобретения телевидения все же провел кабельное и глянул первых мстителей. Вы жаждете рабства. И воодушевившись словами Локи, дошел до империалистических амбиций, до которых должен был дойти лет 300 назад. Прячусь в тени и грязи, как какое-то больное животное. Ты сам сказал, я заслуживаю лучшего. Мир слаб. Он жаждет мощной силы, которая направит его, возьмет под контроль. Но Ренфилду уже не интересно участвовать в шизоидеях своего абьюзного босса, ведь у него теперь есть друзья. Впервые за много лет я почувствовал, что я не один, но мой шеф, он какой-то неадекватный, мне кажется. Он считает, что может захватить мир. Всю ту энергию, которую ты тратил на него, ты направишь на себя. И так как Ренфилд не горит желанием, чтобы Дракула сделал из человечества свою бензоколонку, где даже не будет инстаграма с шептунами Кейт Бекинсейл, он, ничего не сказав Дракуле, берет бессрочный отпуск, чтобы начать жить как обычный смертный. Занимает у новых корешей бабки, снимает хату и начинает ждать предъяву от Дракулы. Так как хрен знает, каким местом нужно думать, чтобы поверить, что тот, кто без тебя подгузники поменять не сможет, просто так от тебя отстанет. Плюс, помимо проблем с Дракулой, Ренфилд себе еще и нарулил траблы с наркокартелем. Ведь отморозок Тедвард за вилку в горле сильно обиделся и по камерам вычислил, что Ренфилд околачивается в заброшенной больнице. Последнее известное местонахождение – старая благотворительная больница. И уже вечером в гости к Дракуле приезжает свежее мясцо, которое не заценило местный фэншуй из трупных благовоний. И хрен знает, как Дракула еще не уволил настолько ленивую секретаршу, раз Ренфилду даже лень убрать трупы. И за то, что гости пришли с автоматами, а не с монашками девственницами. Дракула начинает их учить, к чему приводит несоблюдение правил вампирского этикета. И смекнув, что самый смазливый наверняка является боссом, Дракула дает ему шанс перед смертью выговориться. И тот за 10 секунд дает расклад, кто он и что пришел за Ренфилдом. Тебя прислала церковь. Церковь? Нет, какая в пизду церковь? Я преступник. Наша организация представляет зло. Я этого типа ищу. Он сунул свой нос в наш семейный бизнес, убил нескольких наших, чтобы спасти кучу невинных людей. И от того, что Ренфилд перешел на светлую сторону, у Дракулы подгорает настолько, что он оставляет смазливого в живых, а сам телепортируется к Ренфилду с предъявой, что он уволился без уведомления и должен еще отработать 2 недели по трудовому законодательству. И так как Ренфилд не следит за инстаграмом Селин и не знает о существовании ультрафиолетовых пуль, поэтому пытается защититься от Дракулы книгой, чем палит свой клуб анонимных алкоголиков. Кто запудрил тебе мозги этими идеями? Церковь Лайфспринг. И Дракула, проследив за Ренфилдом до собрания, показывает его корешам, что легко мог сыграть Супермена. Кстати, если кто не знал, в конце 90-х, когда Кейдж был на пике популярности и брал за роль 20 миллионов недружественной валютой, ему предлагали роль Супермена. Даже была примерка костюма. Но с самим фильмом что-то не срослось. Но сейчас поговаривают, что в новом фильме о Флэше будет несколько кадров с Кейджем в роли Супермена. Но это не точно. И пока была минутка исторической справки о Николасе, Дракула уже перекрасил пол спортзала в красный, замочив всех участников.
участников клуба. Самого же Ренфилда оставил в живых, когда он знает все его слабости и секреты, и может легко натравить на него охотников на вампиров. За сотни лет жизни Дракула так и не набрался мудрости, что хороший враг — это мертвый враг. Включи свои мозги, наконец. И оставив потенциально зажженный фитиль от бомбы, Дракула идет заниматься строительством нового миропорядка, где радуга будет только радугой, эльфы будут как настоящие эльфы, русалки русалками, будут не такие героини в играх, что хочется глаза выколоть, а только сексапильные стройняшки с четвертым размером. Боже, это же мечта. Поэтому предлагает отморозку Тедварду, который все еще валяется у него в логове, создать альянс полулюдей-полувампиров. А сможет ли твоя семья найти мне солдат? Мы можем? Я могу сделать пару звонков, да? Ренфилд даже в это время находит Ребекка на месте преступления и арестовывает. И полувампир спокойно сдается, чтобы остатки дней провести в камере на коленках какого-нибудь бугая. У тебя, наверное, не волоска на теле, да? Милашка. Да пошел ты, козел. И только Ребекка начала мечтать о премии за задержание серийного маньяка, как объявляется маманя Тедварда, скупившая всех копов города и приехавшая забрать Ренфилда, чтобы узнать, где ее сыночек, который не выходит на связь. Мне нужны не вы, мисс Куинси, а он. Я хочу узнать, что случилось с Тедди. Но честный коп Ребекка, конечно же, артачится. И чтобы она быстрее договорилась со своей совестью, шеф предлагает ей волшебный пендель по карьерной лестнице. Предлагаю тебе полноценное повышение. Согласна? Лучше график, лучше зарплата, лучше парковочное место. И когда на месте Ребекки 99 людей из 80 согласились бы, она творит херню, чтобы использовать один шанс из миллиарда свалить отсюда без пули в башке. Ведь ей стало жалко преступника, который, по ее мнению, убил кучу народа. Но продажные копы начали стрелять, чтобы убить того, кто нужен живым. И только ранив Ребекку в руку, бросают погоню, так как кончился рабочий день, и никто не объявил план перехват. И когда Ребекка теряет сознание, Ренфилд везет ее в свою хату подлечить подорожником, ведь он настолько тупой, что не подумал о том, что полиция по GPS-трекеру на полицейской тачке в 5 секунд выследит местоположение машины, и к нему мигом явится группа быстрого Но так как этого мало, чтобы попасть в мировой чарт ебанасов, Ренфилд рассказывает Ребекке, что он личный секрету Дракулы и сотню лет убивал для него людей. Ты просто тип, который убивает случайных людей. И только на утро, когда начался новый рабочий день и полицейские вышли на смену, они вместе с наемышами Яжмамки вычисляют местоположение хаты Ренфилда и приезжают с максимальным паливом, чтобы беглецы успели подготовиться. И пока спецгруппа кряхтела по лестнице, Ренфилд врывается к соседям и съедает муравьиную ферму для подзарядки своего вампирского бензобака и начинает развлекательное шоу «Убей меня, если сможешь», в котором хромосомыши принимают роль массовки для трупов, а против Ребекки все действуют по тактике врагов вселенной Джона Уика, поливают в молоко и презирают укрытие. Еще и обычный коп, который вчера пробку регулировал, сегодня мочит спецназ не хуже, чем Стив Роджерс. Сразу видно, моя школа. Моя школа. Ренфилд делает одного бедолагу полностью недрочеспособным, а его культяпки используют сначала как биты, а потом и вовсе как метательные копья, которые пробивают кевларовые броники. Ну а напоследок Ренфилд дает крутую идею создателям Джона Уика, как убивать противника в следующей части, после чего парочка прямо на полицейской машине, когда за ними должна охотиться вся полиция штата, едут в кафешку восстанавливать спиртоводочный баланс, даже не замаскировавшись очками. И пока Ребекка пишет список дел, что сделать до вечера перед пожизненным за убийство полицейского, Дракула прокачивает отморозка Тедварда до полувампира, и тот сразу портит матери в кабинете дорогой ковер, убив начальника полиции, после чего закрывает окна заранее установленными режиссером шторами для вампиров, вносит любимую кровать Дракулы и презентует мамане ее нового жениха. Это Дракула, настоящий Дракула. Он хочет захватить мир вместе с нами. Чего стоишь, как неродной? Покажи, как ты умеешь сосать. И Дракула всех бойцов наркобаронессы превращает в полукровок, чем и создает первый в мире вампиро-людской альянс сосунчиков. И в первой фазе плана на мировое господство решают избавиться от Ренфилда и Ребекки, когда их можно было за 2 секунды найти по камерам, или просто отследить по маячку полицейской машины и отправить к ним нежданчикам полукровок, они похищают сестру Ребекки, чтобы те сами пришли. Я сестра у нас, и у нее мало времени. И реально дали адрес своего офиса. Они назначили встречу в заранее заминированной заброшке. И так как мысли о спасении семьи отключают чувство самосохранения, Ребекка в одиночку с раненым плечом и одним пистолетиком решила тягаться с картелем, который уже крышует вампир. Там не только Лоба. С ними Дракула.
Но бросать даму в беде — это не по-джентльменски. И Ренфилд цепляется прицепом. Плюс, воспользовавшись тем, что все полицейские на обеде, крадут оружие и тачку прямо из полицейского участка. И лучшее оружие против армии бандосов и орды вампиров, которых стопудово наплодил Дракула, по мнению Ребекки, один дробаш и пистолет, а не автомат со сколочными и светошумовыми гранатами. Ну а Ренфилд на свою кофту даже броник не надел, забыв, что его живот против пуль не прочнее целлофана. Ну а действовать они решили по самой проверенной тактике. Тупо зайти с парадной, чтобы их прямо там и положили. Не лучший план. Но на их удачу все бандосы после обращения отупели и против пистолета пошли с топорами и битами. И такая ебанасная тактика сразу приводит к 50% потерям картеля. Ну и клоуны. Отборные обезьяны. Ренфилд тоже не взял огнестрел, потому что для полукровок это запрещено несуществующим законом идиотов. И такие же, как он по силе полукровки, не могут толпу его отметелить. А Ребекка, нет бы помочь напарнику добить полувампиров, пошла за маманей, где попадает под косую стрельбу смазливого. И смекнув, что думает он так же, как стреляет, тупо берет его на понт. Патроны кончились. Думаешь, я тебя без пушки не за... И смазливый обзаводится дробью в теле, после чего Ребекка зачем-то выкидывает заряженный дробаш и пробует добраться до пистолета, отчего эту одаренную приходится спасать Ренфилду, а она, вместо того, чтобы застрелить смазливого, снова бросает Ренфилда, видимо забыв, что в доме ходит вампир, которого может завалить только терминатор под протеином из пота Джейсона Неубивалого. Меня не убить. И сначала нужно помочь Ренфилду, а потом уже вместе шмонать дом. И вот из-за сквозняка в черепной коробке Ребекка знакомится с Николасом Кейджем, у которого стоит только на азиаток. И он вместо того, чтобы убить бабу, которая пришла его замочить, через шантаж, что вылечить сестру, предлагает вступить в свой вампирский кооператив. Моя кровь вернет ее. Я лишь прошу тебя присоединиться ко мне. И пока Ребекка охреневает, что общается с тем, кто отдыхал в Алькатрасе с Шоном Коннери, Ренфилд принимает от смазливого по всем стандартам Саши Грей, потому что не держит на контроле регулярную хавку жуков и потерял силы. И лишь когда у Ренфилда остался 1% здоровья, он съедает энергетический батончик из жуков и с одного удара Mortal Kombat лечит смазливому запор и прочищает желудок. Правда, лечение пошло не по плану, и пациент умер. И даже не подняв ни один ствол и не приготовив магическую ловушку, полуживой Ренфилд поднимается к Дракуле, чтобы тут же получить жесткие пропи***ны. Он сидит на диете из кофе, табака и листьев коки. И пока Дракула понтовался перед Ренфилдом, что его девочка вечерком раскурит ему его кальян, Ребекка открывает шторы и ожогами третьей степени учит Дракулу, что нельзя долго базарить с врагами. Но Дракула, благодаря способности друзья Бэтмена и завтрак китайца, избегает шанса стать шашлыком и загоняет парочку в темное место, по пути замочив Ренфилда. Из-за того, что снова решил повыпендриваться перед Ребеккой, что он может летать, а не сразу ее выпил, разносит ему ногу в кисель, чем мутит переливание его лечебной крови в Ренфилда, и парнишка воскресает. Сказка, что ли? Не веришь в чудеса, твои проблемы. Но мозгов ему это не прибавило. Вместо того, чтобы сделать из головы Дракулы салат принц Дарнийский, бессмысленно вырывает его клыки, после чего закономерно получает пропи***на. Тебе не лишить меня клыков. Но кто бы мог подумать, что его спасут инфо-цыганские цитаты. И вспомнив, что ему говорили кореша на саморазвитии. Отрасти яйца. Ты ведь мужик и крутой. Хрен знает как апает показатели своей силы и опиздюливает самого Дракулу, который в сотни раз сильнее. Ну а Ребекка тем временем мутит из кокаина магический капкан, и Дракула, не видя под своим клебальником огромный круг, влетает в него, без возможности даже сходить по-маленькому. Ты что, слепой? Не видишь? После чего парочка показывает, как нужно разбираться со сверхмощным злобным говнюком. Расчленяют, растворяют в кислоте, замешивают в цементе и делают кубики, которые выбрасывают в канализацию. Везде бы так. После чего кровью Дракулы воскрешают всех собутыльников Ренфилда из клуба депрессионных. Спасибо тебе, что с помощью крови Дракулы ты всех нас воскресил. Из-за того, что парочка всех полицейских города переселила на кладбище, их некому арестовывать за убийство целого отряда спецназа. И каждый начинает жить счастливой жизнью. И если бы фильм окупился в прокате, думаю, мы бы увидели вторую часть, где черепашки-ниндзи вылавливают кубики Дракулы и собирают его как пазл, склеив слюнями великого. Святого Доминика. Это будет весело.
начал, да. Отныне человечество больше не будет разделено на добрых и злых. Будут только последователи и пища.